портвейном. Я сидел с моим портвейном в настроении питейном, отдыхаю от чуда. Вдруг в порыве тихорейном черный борт с макейном прилетел шипейным змеином вместо певчего дрозда. Он прокаркал: «Мистер Путин, а ты ночью духом смутен? Липкий страх ежеминутен отравил его куда? Он за башню кудафьей и бредит участью кадафьей, насмотревшись фотографии, истреблением без суда». «Яс, как прокаркал, он прокаркал, никогда». «То есть как?» Прокаркал ворон, увлекаясь разговором. «Был тиран, а нынче вон он, от величия ни следа. Непреклонный и отважный, он падает в трубе дренажный, сдав дворец многоэтажный и другие города, и вашего вельможи. Может выйти точно то же, как не лезет вон из кожи, взяв охрана орда». Я воскликнул: «Никогда». Я сказал: «Модель в Себастии чудно сравнивать с Кадафи. В плане лиц и биографии, в плане пульсы и вреда. Да, Каддафи был злодеем, но привержен был идеям. Ну, а то, что мы имеем, разве помнит вкус стыда? Разве есть у их бригады хоть какие-либо взгляды, кроме мысли, что айпады лучше Гейтсова Винда?» Ворон каркнул: «Никогда!» Я сказал: «Ты знаешь, Ворон, что назвать Каддафи Ворон, а Вором могут все, и даже Хором. Ты вел щедро. Это да. Но зарплата у ливийца не могла остановиться. То есть он умел делиться, как сказал бы Джигурда. Самомнение обидным свой народ считал пидлом, он кормил его повидлом. Ну а эти господа?» Ворон каркнул: «Никогда!» Я сказал: «Пускай фуфло он, но, по крайности, не клоун. И листецами расцелован, сами знаете куда. Но чтобы он, как кум в бараке, появлялся на журфаке, сотню наших из Клоаки привозя с собой туда, сотню хрюш с единоросом, заготовленным вопросом, как воспитанная чесом охамевшая звезда». «Ворон каркнул: никогда!» Я сказал: «Представь, о птах, что народ, не зная страха, поднимается, как из праха, набухая, как елда, извергаются дубиной на режим вчера любимый, всею дикостью глубинный джип, калаш и борода, и свергает президента, сбросив маску импотента за какой-то un momento, как сказал бы Фарада». Ворон каркнул: «Никогда!» «Вот теперь, — сказал я птица, — понимаешь, чем гордится наша жирная столица обезжиренной Руси? Почему у нас внезапно стало так тепло и затхло? Почему о нас на завтра не расскажет BBC? Верю, за наш утихший ропот, за ползучий полушепот и за весь российский опыт вертикали и оси Штаты, Чайна и Европа скоро скажут нам мерси». Ворон каркнул: «Отсоси!» Декстер, Амур.